живут в мире, который полон стрессов, который мы, мужики, эти стрессы им доставляем. Мужчины едут на красивой дорогой машине, на Мерседесе. Что все думают? Директор фирмы, красавчик, бандит какой-то, наверное, уважение, давай, молодец. Только женщина выехала на белом Порше Каене, и весь город ей что? Насосала! Все! Если женщина видит некрасивую машину, никто же не скажет, какие у нее пухлые губы. Наверное, она с совещанием много говорила весь день. Скорее всего, директор фирмы, да? Никто же не скажет, о, какая грудь большая, вы кормящие, 6 детей, спасибо. Мать, мать, молодец, молодец. Нет, только... А знаете, почему мы так думаем, девочки? Потому что это так.